мы прошли. 6 часов утра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF. Будем проходить первую часть, очень сложную ночь, называется It's Me Mode. То есть, это будет девятая ночь. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Говорю сразу, я уверен более чем на 100%, что эту ночь не смогу пройти. Будет очень сложно. Вот что вы сейчас увидите. Чика погнала. Все контролируем, все будем чекать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, вот эти скримаки они кидают, это реально очень не в тему. Стоим возле кнопки, потому что там пока закрыто. Чика не собирается уходить, всю мою энергию хочет растратить. В эту ночь рекомендуется закрывать двери, если вы хотите вот здесь посмотреть. Так, никого нету, да, можно открыть. Отлично, вот видите, не вовремя я открыл. Ну я успел закрыть, и это очень хорошо. Я думал, все, энергии нет. Так, чекаем здесь. Здесь у нас все чисто. Мне кажется, можно открыть двери. Ну еще раз прочекаем, потому что уже пришел Бонька. Мне кажется, он с той стороны нас не сможет убить. Он должен подойти только до двери. Так. Хорош, ребята. Вы очень психованные какие-то. Никого? Никого. Стойте, стойте, стойте. Закрываем здесь двери. Здесь идем, смотрим, балубой стоит, уходить не собирается. Давайте включим камеру на Фокси. И вот я не помню, здесь вроде есть камера как-то, чтобы Фокси постоянно смотреть. Мы ее найдем сейчас. Во! Слышь, ты что загородил своей башкой? О, смотрите, только хотел открыть двери. Вот как пройти девятую ночь? Вот как? Это же невозможно. Это просто какой-то хард. А они с той стороны лезут и лезут, и лезут, и лезут. Ребята, я с этой стороны. Я даже там двери не собираюсь открывать. Но у нас сейчас ночи, и я проиграл. Я даже не увидел, что он пришел. А как узнать? Так, я даже не знаю, продолжаться будет ночь или нет. Наверное, все, я слился, да, и ночь не... Нет, ночь продолжается. Я даже не знаю, стоит ли с этой стороны нажимать кнопку «Открывать двери». Так, здесь никогошеньки. Да сколько вас? Это был, получается, что? Фокси прибегал. Так, открываем двери. Я даже не понимаю, не кидает скример в тот момент, когда может прийти аниматроник. Вот видите? Я хочу открыть двери, но только я подхожу до кнопки, кидается скример. Смотрите. Удивительно, что скример не кинули. Так, держим здесь. Открываем лучше на всякий случай. Балунбой не собирается уходить. Ты всю энергию хочешь разворовать у меня? Ты ее что так воруешь, что так? Это жесть. Каждые 5-4 секунды кто-то приходит. И это не остановит. О, может давайте свет включим? Я свет включил, ребят. Должно как-то вас испугать. Нет? Нет? Ну да ладно. Ушли. Сработало. Сработало. Дверь закрыта. Чекаем эту дверь. Так, кто-то там стоял, я видел за окном. Но у нас все хорошо. Все, перестали нападать. Ура. Чекнем эту дверь. Вот это скримаки летят один за одним. Какие-то неадекватные вообще. А у нас 2 часа ночи. Все хорошо. Опять пришел. Хорошо, что я с этой стороны открыл двери, и сразу с этой стороны я ее закрыл. Получается, и той Чика, и той Бонни с разных частей приходят. Кулаков машет. Ах ты негодяй, открывай двери. Смотрите, прям в пузе появился. Ненормально, что ли? Уходите. А у меня энергии мало очень. А дверь открыл кто-то. Представляете, я так понимаю, что кто-то из них может двери открывать. Или кто-то тут невидимый. Ах ты, блин, я дернулся. Game over. Кстати, раньше такой надписи никогда не было.
Теперь допилили, молодцы. Что получается, я проиграл? Вот так выглядит заставка, когда вы проигрываете. Валяетесь на шпагат под столом. Да, разозлили меня очень сильно. Ну давайте тогда другой режим. Давайте включим Night 6. Все-таки мне... Они еще нападают. Ночь продолжается. Было же гейм овер. Так, открываем двери. Да, музыка играет, все хорошо. Или никого? Непонятно. А, свет включился, значит все. Давайте аннулируем карту, чтобы у меня была полная энергия. И запустим шестую ночь. Надеюсь, я ее пройду. Шестая ночь будет полегче, намного легче. Ну что, перекрестимся монтировкой Фримана, чтобы я затащил шестую ночь. Это будет сложно, но я смогу. Вот. Вот так мы сидим. Как-то очень странно это происходит, но мы сидим. Чё такая шестая ночь простая? Вроде же должна быть пожестче, не? Чё, можно... А, нет. Чика уже пошла. Так. Только сказал, что никого нету, они начинают. Давайте здесь откроем двери, потому что энергия все-таки здесь быстро садится. Но в оригинале еще быстрее садится. Но было бы классно, если бы писалось в процентах. И ну раз непонятно, сколько это. 90%, 80%, как-то понять. Ну, мы все нормально проходим. Я люблю такие части по ФНАФу. Не надо реально скилл свой показывать, а не рандом. Рандом тоже решает, но тут именно скилл. Не знаю, может двери открыть с этой стороны. Он-то все равно стоит только в уголку. Так, уже и Боня с гитарой подходит. А, надо, наверное, на Фокси переключить, чтобы мы видели, когда он руку поднимет. Четко контролируем все. Рука опущена. Никого здесь нету. Здесь все четко. Стоит. Че тебе надо? Неси меня похавать. До свидания, я вспомнил. Так, Фокси, все хорошо. Шестая ночь очень простая, но просто изично. Стоит? Я не вижу. О, пришел. Так, тут у нас что? Стоит. Ушел. Пришел, их тут трое. Все-таки решил, да, подойти напугать меня? Так, Бонька, Чика. Все наготове напасть на меня. Я все контролирую, ребята, не получится. Слушаем, просто слушаем. Блин, Гром испугал меня. Они могут во мне появиться, и они смогут двери открыть или закрыть. Блин, Фокси прибежал, я даже забыл за него. Быстрей, быстрей, быстрей. Я так понимаю, ночь продолжается, потому что бы написала Game Over. Да, 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 да. Отлично. Продолжаем. Вот Фокси обманщица обманул меня. Я забыл про него совсем. Хитрый жук. Так, открываем. Перед тем, как здесь открывать, сюда надо чекать. Эта игра очень хитрая, может обмануть нас. Так, смотрим за Фокси. И слушаем. Так, шкатулка ж еще есть. Чтоб не забыть. Так, все спокойно. Для шестой ночи довольно-таки спокойно. Так, посмотрим. Стоит. Фокси стоит. Бонька стоит. 2 часа ночи. Нереально пройти, мне кажется, тоже шестую ночь, так как я уже слился, дают, наверное, 2 или 3 жизни. Одну я уже израсходовал. Загородил. А лучше закрой, потому что, мне кажется, он руку в это время поднимает. Вот не видно. Опа, Чика стоит. Отдыхает. Кто дверь открыл?
Отлично, отлично. Я знал, что ты придешь, хитрый жук. Камеры заключили, как-то странно работают очень. Не хочешь, да, показывать Фокси, что он там делает? Пришел кто-то? Опять пришла. Ты смотри, лезут ко мне сюда, как будто у меня тут пирожки с капустой. Никогошеньки. Так, здесь... Ой, хорошо, что я не открыл двери, балун, вы хитрый жук. О, дверь открыл, да как ты открываешь двери? Подлец. Может, обход сделать небольшой? А, я же тогда не смогу попасть в офис. А если я не буду в офисе, я не проиграю? Давайте проверим. Если сейчас придут аниматроники, и мне не будет в офисе, я проиграю или нет? Убегаем, убегаем, убегаем. Делаем тест. О, Фокси, привет. Наконец-то могу посмотреть на тебя сблизи. О, руку поднял. Так, вовремя подошел. Ну давай. Сейчас посмотрим прям в притирку, как все происходит, как он убегает. Я живой. Скример-то пришел, а я живой, и ночь продолжается. Ха-ха. Я обманул игру. Мы обманули систему. Ну что, беги. Реально, кстати, сколько времени он стоит? Есть очень много времени, чтобы открыть и закрыть двери. Пришел. А я-то тут. Что, получается, мы сейчас пройдем эту ночь? Ничего не надо делать? Привет. Меня замочили, надо зайти. Если я тут, я не умираю. Я не умираю. Надо зайти и сразу как-то... Зайти и сразу выбежать с офиса. Есть! Я успел! Я успел! Видели, она подошла в этот момент? А я тут. Бонька такой злой стоит. Если я подойду, убьет меня? Нет. Они когда на сцене, они какие-то добрые. О, можем, кстати, сходить в мастерскую. Что у нас тут? Разобранный Фредька, бошки. А здесь что у нас? На ремонте Фредьку принесли. Отлично. Мы прошли. 6 часов утра. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.